Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вузи, мы находимся в игре The Long Dark. Ссылки на плейлист с прохождением игры, мой Steam профиль и другие, как всегда, в описании под видео. А мы продолжаем. Значит, вернулись мы из этих тоннелей, как они там называются-то, там какие-то теплые паровые тоннели. И нам сейчас надо вернуться в темный камень, черный камень, в тюрьму. Да, вернитесь в черный камень. Электростанции. Дайте-ка я посмотрю, что у меня здесь вообще по одежде. Может быть, что-то есть лучшее, чем у меня экипировано. Значит, это бросим. Чинить ничего не хочу. Так, все, лень. На это мне вот сюда. Да, здесь я... А, здесь я был. Мне надо найти еще... Я вот просто не знаю, мне сейчас стоит или не стоит все скидывать в свой сундук. Давайте-ка я скину все в сундук, возьму только побольше камней еще, чтобы у меня было штучек 5 хотя бы их. Открыть хранилище и все, передать все. Какой я прям запасливый, у меня всякого... Прям все поскидываю. Я думаю, кроме одежды, да, наверное, мне надо все скинуть. Давайте-ка я вот так вот. Да все, блин, спичек себе нахватал. Палок нахватал, угля тоже. Сейчас я по одежде посмотрю. А, тут я не могу уже, стоп, что... А, по одежде пока не буду скидывать. Я скину все, кроме одежды. Повязки, вот это все, гол-гол. Одежду оставлю. Еду тоже скину. Хотя, наверное, стоп. Нет, а как мне? О, ну. Давайте, ладно, пусть оно идет сюда все. Патронов нахватал. Я просто не знаю, у меня сейчас все это отберут и все. И я тогда буду как этот. Оставлю себе только одежду. Я не в курсе, у меня будут ее отбирать, не будут. Ну, наверное, обыщет, и надо будет где-нибудь поспать. Здорово, чудо! You're still alive. Ты еще жив? Shit. Черт, like кажется, я проспорил. Ну что, выполнил поручение Мэттиса. Я добрался до электростанции. Это место не зря заброшено. Я не нашел способа установить подачу электричества. Плохо, Мэттису это не понравится. Что ж, пёс, возвращайся в клетку. Не лапай меня. И что, он меня раздел? Я теперь голый, в трусах? Несколько часов спустя. Пст, эй, ты очнулся? Сохранение. Да я точно... А, не, я с одеждой. Может быть, мне надо было все взять. Встать на него. Сейчас встанем на писсуар. Yep. Да, я тут. Повезло с электростанцией. Если под везением понимать то, что мне не удалось восстановить электричество, то да. Будем считать, что мне повезло. Вы встретились, да? Я про того человека, который срывает Мэттису планы. Не совсем, но мы снова говорили по телефону. Я не знаю, кто это, но уж точно не кумир донора. Тогда мы должны делать все, чтобы ему помочь. Ладно, но что дальше? Просто делай то же, что и раньше. Надо найти способ замедлить Мэттиса. Да уже все сломал. Это сложно сделать, когда ты за решеткой. Может, нет. Скорее, назад. И наш комп. Так-так. Поглядите, что нашли мои ребята, когда исследовали старый участок. Кто-то сильно пытается меня поиметь. Кто-то, кто знает о тюрьме больше, чем следовало бы. Кто точно знает, что нужно сломать, чтобы мы не смогли попасть. В одиночную камеру. Пилот, ты что-нибудь знаешь об этом? Понятия не имею, о чем ты. Sure. Конечно, так я и думал.
Тот, кто это сделал, сильно рисковал и приложил немало усилий, но все было зря. Мы нашли другой способ пойти туда. Охрененный ключ, который откроет дверь в одиночку. Этот ключ от любой двери. Называется динамит. Черт подери, Мэттис, разве тебе мало того, что ты... Что-то там, закрой рот! С тобой я разберусь позже. Слушай, пилот, тебе снова пора за работу. Что теперь? Детонаторы. Без них у нас ни черта не выйдет с динамитом. И раз уж динамит оказался в одном из гаражей, значит и детонаторы тоже должны быть где-то там. Вот только мы их почему-то не нашли. Так что я, наверное, еще побеседую пару часиков с моим дружком-начальником, чтобы выяснить, где они. Ты, главное, сиди тихо. Я скажу, когда закончу. Можешь прикрыть уши. Вот злодей какой, а. Но, погоди, Мэттис, это обязательно? Перестань, начальник. Не лишай меня удовольствия. Детонаторы. Динамит старый. Мы держали его на складах, потому что не знали, как безопасно отправить его на материк. Какая милая байка. Постой, погоди. Я знаю, где их можно найти. Я слушаю. В старой шахте, в холмах, прямо над тюрьмой. Из-за землетрясений работать там стало небезопасно, поэтому ее закрыли, а почти все снаряжение бросили внутри. Я думаю, детонаторы еще там. Интересно. Ты его слышал? Отправляйся. Давай, песик, тебе пора прогуляться. Постой. Мэттис, оставь его в покое. Я это сделал, я вернусь быстро. Лучше поторопись, пилот. Думаю, Мэттис хочет выпустить пар. Стой, Мэттис. Как-то все это вот как-то вот да. Сейчас меня гоняет. Глава третья, детонаторы. Интересно же вы придумали. Доберись до входа в шахту. Ну и метель, я не могу помочь Франклину, если погибну. Да это-то понятно, сейчас вроде как мне прямо, у меня ни фонаря, ничего. Чуть правее. А где? Вот мой ящик. Отлично. Это я не буду... А, этот фонарь возьму. Вот это еще одну такую еду всю возьму. Кофе возьму все. Это возьму, бейсболка, наверное, мне не нужна. Еда, вода. Лом, горючка. Спички. Вот так и вот так. Так, камень возьму. Дрова возьму. Мне они пригодятся. Книгу возьму, открывашку. Это факел, свечку. Для зачистки оружия мне не надо. Передать все. Отмены не будем брать. Еще один. Повязку. Я просто банку возьму. Это надо взять. Точильный камень, не знаю, надо, не надо. Ткань, труд. Уголек возьмем. Пару факел, свечек. Кофе, еду, это может быть приготовим. Шприц первой помощи, гол. Таблетки для очистки воды, я не знаю, надо, не надо. Ну, вроде как все. Теперь зайдем сюда, закроем дверь. Блин, а я тут отморозил себе все. А у меня что, по одежде все так плохо, что ли? Они у меня отобрали что? А, у меня ни шапки, ничего, стоп. Ну-ка. Тут пустая банка уже есть, печка, буржуйка, разжечь огонь. Горючее пока не будем использовать. Надо сохраниться на всякий случай. А я не могу. Пока развожу огонь, не могу. Странно все это. Ну ладно, я там, видимо, еще и кепку забыл, и шарф, или у меня все это дело отобрали. Одно из двух. Мэттис, он такой, он мог у Маккензи все отжать. Сейчас две минуты. Давай еще кедровые дрова добавим. И еще. Теперь надо выйти. Ну-ка, Маккензи, сейчас чуть-чуть. Бейсболку возьмем. И вроде бы все.
А у меня, видимо, все отжали. Мне надо было все, наверное, закроем дверь. Так, банка готовить. Кофе, давай, готовим кофе. Подождем. Заберем. Сейчас кофе приготовлю себе. И пойдем готовить. А воды нету. Вот так, вода. 0,5 всего-навсего, да? Подождать до готовности. Возьми. Готовим. Чашку с кофе. Подождать. Во, уже светло. Как раз пока я готовил, стало светло. И надо будет сейчас мне... Да сколько... А, у меня опять воды нет. Да господи, дайте мне котелок-то, дайте мне. Да тихо ты. Вода. Готовить. Не трогать. Подождем. Подождем. Заберем. Надо все кофе приготовить, чтобы у меня было кофе, и сейчас одну выпьем. Все, отлично. Чашка кофе разогревать. Подождем и выпьем. Одно кофе я выпил. Вроде бы с собой я все взял, все, что смог. Ну, точнее, все, что мне нужно. Ремонтировать я не могу, так как, да, у меня нету курток, я не знаю, куда и варежек нет, они у меня... Все, что верхняя одежда, видимо, все отжали, но... Так, детонаторы, значит, куда мне идти-то? Ой-ой-ой, а чё так это поближе-то никак? Как мне тут обойти? Вот здесь, да, мне надо вниз. Выход на... Ой-ой. А что из оружия? Может быть, мне всё-таки стоит взять патроны? Надо было мне всю одежду скидывать, вообще всё. Давайте-ка я возьму, наверное, с собой патроны. Всё-таки... Потому как и это возьму. Точильный камень мне не пригодится, это точно. Спички есть, там волков целая куча. Труд надо взять. Надо взять труд. Газетный рулон. И палок, наверное, штук 6. 7. Все. Все, бежим тогда отсюда. Наверное, дорога будет дальняя. Итак, мне теперь надо куда-то направо выйти. По оружию у меня камни. Что это такое? Что хрустнуло? Кто тут? Добежим. Куда-то туда мне, в ту степь. Да, и там только надо будет налево и через горы как-то... А, ну это далеко. Ну побежали, ладно. Добежим сейчас по-быстрому. Надеюсь, может быть, что-то путное я еще найду себе. Сейчас по дороге. Будем сверяться с... О, вороны летают. Или вороны. Волчара шастает. У меня 5 камней. Да, пока правильно. Там налево надо будет куда-нибудь. Там 2 волчары. У меня есть, если что, лом. Я вижу... Вижу... Труп оленя. Мне надо вот туда вот налево. Но там волчара один. И второй. Тихо. Ногу ж так себе вывихнешь. Стоит еще там. Тихо, 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 маленький. Да и вот тебе ломом сейчас. У меня и так одежды нету. Достал ты меня! Еще и сейчас второй, да? Вставай, Маккензи! Нужно остановить... Да погоди ты, остановить кровь! Беги давай сначала. Потом остановишь кровь, наверное, сюда куда-то. Давай сюда убежим, а там потом посмотрим. Да ё-моё! Вот это да! Тут кролик еще. Мне, скорее всего, сюда. Дайте-ка... Сейчас. Наверное, сюда, я не знаю.
Все же возможно, да? Ну-ка. Нет. А, хотя да, я здесь могу пройти. Стоп, что это я? Зачем мне так? Я вот здесь вот сейчас пробегу. Это тайный ход какой-то. Сейчас ягод себе сорву. Тут недалеко где-то здание есть. Шиповника нарву. И сейчас посмотрим, что у меня. Кровотечение, риск заражения, одну или мох. И одна повязка, значит, медицина. Использовать, да, кровь. И тебя использовать. Отлично. Вроде бы с этим разобрались. Теперь мне надо до сюда куда-то добежать. Где-то здесь это здание должно быть чуть правее. Вот оно. Ну, это здание так себе, я понял. Блин, еле отмахался. Ферма повара. Ферма повара, это хорошо. А я банку-то хоть одну взял? Я, по-моему, и банок-то ни одну не взял. Как мне готовить? Ну, да ладно. Сейчас мне надо что-то решить со здоровьем. Поленницу обычным уголь. О, я тут понабрал всего себе. Банка с... А зачем я с собой банку с порохом взял? Непонятно. Ткань нужна. Патрон нужен. Хотя, что я тут чинить собрался, если я с собой не взял набор для шитья? Ох, отлично. Ой, как хорошо. Давай разведем здесь хотя бы огонь, топливо. Как ни одного? Вот палку. Палку хотя бы. Да, чую, дорога будет длинная. Все дольше и дольше получается серия. Так как дальше и дальше нас отправляют. Эти бандюганы совсем уже оборзели. Я хотел посмотреть. Она отлично. Стоп, подожди. Какой готовить, какой вода? Мне надо топливо. Добавить топливо. И я хочу добавить уголек. Отлично. Час 20 минут. Что здесь могу себе полезного найти? Записка, прочитаем. Таинственная записка. Даже если вы добрались сюда, впереди еще долгий путь. Но я помогу. Ищите по пути эти припасы. Это все, что я могу дать. Я бы пожелал вам удачи, но ее в этих краях не осталось. Нарисованная от руки карта с помеченными тайниками. Отлично. Не трогать, наверное. Отлично. Отлично. Так, ну это я понял, это, наверное, вот эти, это тайники. Я не знаю, через них стоит идти, не стоит. Мне надо... Сытость у меня есть, ячейка готовить. Кофеек, наверное, выпью. И пойду дальше. А, нет, я не то, что дальше пойду. Я сейчас хочу починить хотя бы что-то из... Стой, Маккензи, ты как этот? Вот, кепку, наверное, действие. Ремонт. Хоть что-то починить, хоть немножко назад. И штаны. Я надеюсь, мне... А, бинтов тогда не будет. Ну да ладно, сейчас разберемся. Мне потому что надо починить одежду, хоть что-то мне оставить. Понятно, ремонт не удался. Все. Теперь. Бежим до прицепа, да, куда-то туда. Еще левее, вот так вот. У меня нету камней. Мне ж туда? Да, вот чуть правее и все. А я добегу до прицепа. В прицепе мне надо найти... Ну, хотелось бы мне найти какой-нибудь одежды, хотя бы перчатки, варежки, что-нибудь такое. Я просто не думал, что они с меня там все поснимают. Вот правда, как нелюди. Холодно ж ходить. Сверимся с картой чуть левее. Вот он. Отлично. Волков вроде не наблюдаю. Прасика
просека бригадира. О, ой, вас тут, ребята, я пойду-ка, от вас тут целая стая, я уже понял. А как мне от вас убежать? Архивный отчет, прочесть текст. Черный камень. Неписанная история Том Д. Я был одним из первых охранников этой тюрьмы. Моя первая работа. Я был еще совсем зеленый, как деревья на этом ледяном острове. Но, думаю, так и было задумано. Это место меняло не только осужденных, но и охранников. Некоторые из нас чувствовали себя тут такими же заключенными, как те ребята в камерах. Через пару лет я отработал свое. Пожал им руки и уехал. Больше в черный камень я не возвращался. Не трогать. Итак, у меня тут есть ткань. Кто-то тут запасливый был, джинсы. Рюкзак. Да, интересно, можно ли это есть? Можно, можно. Банка с портом, ткань. Книгу возьмем. И здесь обыщем. Но здесь вроде как тепло, не так уж и холодно. Спички мне не нужны, у меня спичек вагон. Металлическая полка. О, варежки нашел зато. Дайте-ка мне фонарь, я уже там что-то вижу. Угу. Обыскать аптечку. Возьму, возьму бинт, возьму полка. Консервный нож я вроде брал, пустую банку возьму. Хотя... О, томатный суп. Хотя вроде у меня как есть патроны для ружья. Стоп, патроны для ружья, а ружья у меня все еще до сих пор нету. У меня, конечно, есть мысль одна. Револьвер, револьвер. А что вот мне с этого ткань? Револьвера-то. Точнее, патронов. У меня же нету... Действие, ремонт. У меня же нету самого револьвера. Поэтому оно как бы и не роляет особо мне эти патроны. Футболку хоть починю и варежки там. Надо посмотреть, новые варежки нашел. Я потихоньку одеваюсь. Да, варежки тоже плоховато. И надеюсь, я тут ткани-то довольно приличное количество набрал. Надеюсь, мне на все хватит. Отремонтируюсь и в путь. Все, у меня все кончилось. Теперь давайте посмотрим. Вот до этого домика добегу. Надо только определиться, куда мне. Блин, эти волки, конечно, они здесь стоят. От них бы убежать. Оружие мое. Мне куда? Я не вижу. Да, вот мне вон туда. А именно... А именно... Тихо. Вот сюда тут обойти... А, ну мне по дороге я... Стоп, или тут... А тут нет как-то... Да я понял. Зарядись! Зарядись, глупый! Ага, один убежал. Так, отошел. Где мой этот? Зажигай давай. Иди отсюда. Мне не сюда. Мне явно не сюда, по-моему. Сейчас посмотрим на карту. Или сюда. Да-да-да-да-да. Мне сюда, отлично. Бежим, бежим пока от них. Скорость имеется, пока летим. Ну как, я там от волчар-то убежал. Сейчас тоже вроде убегаю. Но мне пока... Где? Слышу, там где-то рыкают. Вообще ужас. Опасно это дело выживать-то здесь. Так, и там где-то должен быть у меня дом. Да, чуть правее. Возьмем он туда.
Да где вы тут? Мне бы ружьишко, конечно. У меня оружейных патронов целый вагон моря. И там должен быть... А, вот он. Где? И бежит еще за мной, посмотри. Не испуглил их, что ли? Иди отсюда. Иди отсюда, сказал. Ох, кролики, лоси. Сколько еды. Кто тут? Ой, жесть. Напугали меня. Все, добежал до еще одного здания. Мне надо погреться, перекусить, попить воды. А вход, наверное, убежище каменщика. Ну, оно и видно, дом такой. А, ну да, здесь у тебя вообще деревянные спички. Зачем я их взял? Горючка, древесину. Так, книгу возьму, книгу, если что, труд сделать. О, отсек! Антибиотики у меня есть. Обычный металлический этот. Наконечник стрелы. Я не знаю, мне нужен, не нужен, но я возьму на всякий случай. Антисептик возьму, потому что один использовал. Простая стрела. Ух ты! Отлично! Оружейный патрон. Топорик. Газета. Патрон ружейный. Сейчас... обыщем. О, джинсы. Это не трогать. Здесь куртка. И обыщем отсек. Ботинки. Отлично. Я прям вообще в шоколаде. Разжечь огонь. Давай разводим Маккензи. Сейчас перекусим. Посмотрим, что у нас по времени. И если что, завалимся спать. Ляжем спать, переночуем. Добавим топливо еловые. Дрова закинем. Вот так вот, это выкинем. Это нам не надо теперь. Значит, готовить вот этого кофе. Подождем и выпьем. Отлично, чашку кофе мы выпили. Теперь мне надо разобраться с одежды немножко. Это хуже, это хуже. Это лучше носить. Это хуже. Здесь это хуже, значит, бросить. И бросить по ботинкам. Бросим. Все, отлично. С одеждой разобрались, теперь перекусим вяленым мясом. Выпьем лимонад и побежим дальше. Я хочу за эти сутки... Да, тут у меня еще время-то есть. Я надеюсь, я успею. Мне по прямой туда дальше. Надеюсь, успею, если что, сохранился. Все, мне надо найти только путь чуть левее, вон туда. Все, бежим. Жаль, что я здесь не нашел ружья. Но у меня есть топор, если что. Мне туда бежать и довольно далеко. Но я выпил кофе. Спать не хочу. У меня вроде как еще имеются энергетики. Да, мне чуть левее. Но мне намного левее. Хотя я здесь, может быть, по краю как-то обойду. Не знаю. Давайте искать путь. Если что, буду разводить огонь. Ну, куда-то туда мне, в общем. Это так деревья. Я понял, это так деревья хрустят. Куда-то сюда, вот она, дорога. Можно пойти по ней. Наверное, по ней я и пойду, не буду срезать. А то, как обычно, сейчас срежу. Где-нибудь упрусь в скалу и все, и дальше никуда. Все будет плохо. У меня по ХП вообще все плохо. Сверимся с картой. Да. Все про... Тихо. Тихо, у меня тут ничего нету. Ладно, у меня есть лук.
Чтобы знать, как он стреляет. Я ни разу из него не стрелял. Но думаю, разберусь по ходу действия, да? Если волчар нападет, значит, он такой напад... А я ничего... На правую клавишу никак. Ну да ладно. Наверное, мне стоило все-таки взять эту карту с этими... С припасами. Я лучше, наверное, камни возьму. Камнями удобнее будет. Надо было, наверное, взять мне эту карту с этими припасами. Это, скорее всего, не эти дома были, не эти здания. Это отдельное что-то было. Ну да, вон волчары. Не, назад. Где светильник? Ну давайте! Что тут написано? О, майн, шахты туда. А ну пошли отсюда! Где вы все? Ой, и сзади, слева, и прям... Вон там, вон, вот тут вот. А ну отошли от меня! Волчары! Иди отсюда, а то сейчас пендали дам. Не туда бежите, алло, я же не могу вас со всех сторон прогонять. Ну, в общем, да, куда-то сюда мне. И тебе что надо? Давай, кыш. Ну, вроде ставят, и я разогнал так. Хорошо, что у меня много факел свечек. Кто ты? А вот, смотри, смотри, огонь. Боятся огонь. Так, с волками вроде как разобрался. Да, вот как раз по дороге сейчас... Я и добегу. Камни я все равно пока выкидывать не буду. Блин, метель поднялась такая. Иш. Еще один слева. Да господи, что ж. За этой метели непонятно, насколько близко волк. Так, и ты иди отсюда, все. Так, шахты туда. Туда шахты. Сейчас мы посмотрим. Ага, вроде как по этой дороге и там налево. Ну, вроде как. Вроде как правильно иду. Блин, метель это в ушах вообще звенит. Жесть. Вроде и так потише сделал. О, еще потише сделал у себя. Здесь обвал. Осторожно, обвал. Где-то, значит, здесь у нас обвал может произойти. Предупреждающий знак был. Блин, единственное, в чем минус, я этот фальшивейр, факел свечку всю. Ее нельзя потушить. Так бы я оставил бы. Она у меня вся, получается, выгорит. А я бы ее оставил бы. У-у-у, надо было сохраниться. Тут прям шатает. Ой-ой-ой! Да ты чё? Молот мост чуть не упал. Тут же канаты. Молот мост, блин. Фу. Жесть какая. Но я добежал по-быстрому. До майна. А последний участок. Обычным хранилищем. Повязку возьму, труд возьму, кедровый др... О, это хорошо. А есть еще тут что-нибудь обыскать? О, вижу, по-моему. Тут кролик, что ли, где-то шастает? Или это... Или это что-то, не знаю. Уголек возьмем, 1-2. Да и мне хватит, я надеюсь, в этой шахте побродить 2 угля. Вот это шахта или что? Уголь, да куда мне столько? Да, видимо, вот это вот шахта, но я хотел бы еще вот здесь обыскать. Может быть, тут что-то есть полезное? Нет. Я особо далеко не буду заходить, потому что сейчас опять где-нибудь застряну. Ну все, у меня вроде бы все есть. Мы добрались до этой шахты. Надо найти место, где согреться. Да ладно, не боюсь. Вот все, уже пришли. Надеюсь, в шахте будет тепло. Все, добрались наконец-таки до этой шахты сейчас. Okay. Здесь обыщу. О, перчаточки всякие, газету возьму, аварийный фонарь возьму.
чтобы был. И что у меня там по этому, по выносливости совсем все плохо. Да, это печаль, но тут хотя бы тепло. Кое-как добрались, тогда уж в следующей серии будем обыскивать, смотреть, что у нас по заданию. Детонатор мне надо будет найти. Но это в следующей серии. А на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Вузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока!